хотим показать мы для вас сериалы. Чтоб сериалов было немало, мы их покупаем и ставим их в сетку на телеканале Много ТВ. Уже показали мелочи жизни, комната смерти, дневник убийцы, Салон красоты Христофора Колумба и сериал «Лучший город земли», Спрут Боязет, Огнем и мечом, Моросейку 12 забыли еще, Московские окна, Петр Великий и голубой велосипед. У нас же вы просите сериал «Зона», Беверли Хиллз, все 8 сезонов, Остаться в живых, Элен и ребята, Скорую помощи Вавилон 5, Скорую помощи Вавилон 5, Скорую помощи Вавилон 5. Дети хотят посмотреть Футураму, женщины Даллас, мужчины Сопрано, а бабушки и дедушки требуют срочно им показать ставку больше, чем жизнь. Горцы и Альпы, семейство Гонзалес, фантастику типа всех серий спойлер, латиноамериканское мыло, также чего-нибудь про войну, курсантов, студентов, казус Кукоцкого, а как же досье детектива Дубровского, бригаду Есенина, Сашу и Машу, рабыню Изауру в 10-й раз, 4 танкиста, московскую сагу, Красные площади, доктор Живаго, город две судьбы, вечный зов Мануэла, остановите кто-нибудь нас! Много ТВ – канал сериальный, с репертуаром оригинальным. Выходит в пакете, расширенном базовым, через тарелочку НТВ+. Боевики, детективы, история. Мистика, триллер, война и лавстори. Ужасы, драмы, экранизации. Не пропустите на Много ТВ, Много ТВ, Много ТВ. Первый российский телеканал боевых искусств. Телеканал «Боец» — это самые зрелищные встречи звезд единоборств. Полные версии жесточайших поединков по версии UFC. Кайуан, Прайд, Ринкс, бразильский валитуд, китайское ушу саньда, карате, самбо, джиу-джитсу. «Боец» стал первым в истории национального телевидения каналом боевых искусств. Откровения действующих чемпионов мира. Интервью с виртуозами боевых стилей. Мастер-классы от легендарных российских и зарубежных файтеров. «Боец» – телеканал для настоящих мужчин. «Боец» – телеканал для истинных бойцов. «Боец» – телеканал для тех, кто привык побеждать.